Итак, продолжаем многосерийный остросюжетный блокбастер под названием «Шотландия лето». Третья серия пошла. Так, ну, остановились мы вроде как на этом. Да, у нас еще на столе товар. Давайте его разберем. Секунду, крышку уберем, чтобы не мешалось. Так, у нас здесь... шорты Умбра или это велосипедки. Такая вот футболка с глазом. Такой знак. Забыл, как называется. Но футболка прикольная, очень сильная. Все без износа. Блузка. Еще одна блузка этой же фирмы. Ремень. Тоже что-то типа блузки. Джинсы черные. Мужская рубашка. Тоже блузка. Юбка. Наверное, что-то типа футболки или платье. Открывать не буду. Блузка тоже. Не знаю, что это такое. Купальник сплошной. Бриджи женские или мужские, вроде женские. Сисли. Так, это у нас по платье. Не знаю, как его. Так, наверное. Это у нас шорты. Так, стильная, модная мужская рубашка. Чероки. С коротким рукавом. Прикольно сделан. Рукав такой обглоданный. Ой, манжет обглоданный. Как называется? Так, футболка с красивым принтом. Так, это у нас юбка вроде как. Так, поехали дальше. Дальше нас тоже ждет много чего интересного. Бриджи.
блузка из льна, по-моему, если не ошибаюсь. Ветровка. Бисли. Платье. Так. Ну, что-то типа, не знаю, туника, не туника, что это? Накидка какая-то. Это купальник. По-моему, платье. Блузка, шорты, платье, футболка. Какой интересный детский комбинезон. Как он правильно называется? Так. Так, это что-то... А, это штаны. Брюки. Женские.